Друзья, здравствуйте! Мы рады приветствовать вас на канале «Дома Гоголя». Сегодня среда, а это время наших постоянных кинолекториев. 8 июля этого года исполняется 70 лет легендарному актеру, танцору, педагогу Константину Аркадьевичу Райкину. И наш кинолекторий в эту среду и в следующую будет посвящен этой семье Райкиных. И начнем мы рассказ, конечно, с Аркадия Исааковича Райкина. Именно он у нас будет сегодня главным действующим лицом, и говорить в основном будет он через свои воспоминания. Итак, Аркадий Исаакович Райкин родился в Риге 11 октября 1911 года в еврейской семье. И вот как он вспоминает об этом периоде, о периоде, когда он был еще совсем маленький, в своей биографии «Без грима». «Родился я в 1911 году в Риге. Родители увезли меня оттуда пятилетним, но во мне существует как бы мерцающее ностальгическое чувство к этому городу, к дому номер 16 по улице Дзернаву. Однажды, впервые за целую вечность, я решил посетить свое детство. Приезжаю в Ригу, иду на мельничную Дзернаву, не без труда отыскиваю дом, поднимаюсь на второй этаж и, поколебавшись немного, звоню в квартиру, где когда-то, бог знает когда, обитала наша семья. Твердо сознавая, что мне это необходимо, зачем, не знаю, прошу меня впустить. Конечно же, я обнаружил совсем незнакомых людей. От нашей семьи не осталось никаких следов. Чувствую себя в чужом доме. И все же то, что я тогда испытал, нельзя назвать разочарованием. Наша жизнь воскресла передо мной. Точно не исчезала вовсе, а только таилась под спудом времени. Невидимая, неслышная, посторонним, ожидающая моего прихода. Не помню, впрочем, сколько было у нас комнат, не исключено, что теперь там что-то перестроено, и какая была у нас мебель, тоже не помню. Вообще, как ни странно это прозвучит, облик той жизни в моем восприятии смутен, при том, что образ ее весьма отчетлив. Образ раннего детства невыразимо волнующий, почти музыкальный, отнюдь не фантазия, не причуда сентиментальной старости, скорее голос памяти, реальность промежуточных состояний между явью и сном. Или, пожалуй, так будет более верно, более полно, точка отчета эмоциональной и даже духовной биографии человека. Воспоминания обрывочны, пунктирны, они никак не выстраиваются в сюжет. И вот одно из таких воспоминаний о том, как он гулял в парке Эспланада, парк в Риге. Эспланада – парк возле оперного театра. Мало сказать парк, то была моя вотчина. Или, если угодно, средоточие моих страстей. Две соседские девушки возили меня туда в сидячей прогулочной коляске. По нынешним моим подсчетам, я в ту пору уже перестал быть колясочником, к тому же расстояние было небольшим, я мог одолеть его и пешком. Однако таков был ритуал, очевидно доставляющий моим спутницам удовольствие не меньше моего. Как я теперь понимаю, они были очень молоды, и гулянье со мной являлось для них чем-то вроде игры в дочки-матери. Впрочем, это наверняка были серьезные девушки, если моя мама оказывала им такое доверие. В парке, или, как рижане говорят до сих пор, на эспланаде, всегда было привольно и радостно, по воскресеньям еще и торжественно. В воскресные дни по аллеям фланировали нарядные господа и дамы, а в раковине играл духовой оркестр. Помню, оркестр играет, а вокруг всеобщее смятение, потерялся чей-то ребенок. Оркестр играет, а ребенка ищут и не могут найти. Вдруг дирижер обрывает музыку, поворачивается к публике. «Родители, не волнуйтесь, ваш ребенок здесь». Меня потрясло, что дирижер, оказывается, наделен даром речи. Много позже я оценил в этом событии могущественную природу апарта. Такого сценического приема, который, явно разрушая магию представления, замкнутого в себе, способен творить новую магию – открытого сближения артиста и публики. Вот как раз Райкин будет очень активно пользоваться этим приемом, да, разрушая четвертую стену между публикой и артистом. В пятилетнем возрасте Райкин увезен родителями из Риги. Рига становится, да, прифронтовым городом, идет Первая мировая война, и семья перебирается в Рыбинск. Судя по моим детским воспоминаниям, в этом российском захолустье, каким был тогда Рыбинск, протекала своя культурная жизнь. В двухъярусном зимнем театре постоянно выступали гастролеры.
сказывалась близость Ярославля, города с давними театральными традициями. Кроме того, был летний театр, он именовался городской дачей. И здесь же состоялось первое появление на сцене будущей, да, легенды нашего театра. Игра эта была затеяна другим соседским мальчиком, Колей Савиновым, по чьей инициативе ребята, все значительно старше меня, соорудили в сарае сцену, сшили из тряпок занавес, украсив его елочными игрушками, и срепетировали пьесу «И жизнь разбойников». Сначала мне было позволено присутствовать на репетициях и выполнять мелкие поручения. А потом даже роль перепала. Я должен был лежать без движения с кинжалом под мышкой, изображая убитого купца. Легко вообразить степень достоверности этого 7-летнего купца, который, к тому же, от безумного волнения непрестанно шевелился и поглядывал в зал. В том спектакле был постановочный эффект, до которого ни один взрослый режиссер никогда бы не додумался. В финале над горящей свечой подвешивался боевой винтовочный патрон. Исполнители разбегались кто куда, публика в страхе замирала, и, наконец, патрон оглушительно взрывался. Хорошо еще никто не пострадал от этой смелой находки. Надо сказать, сам факт присутствия на сцене я ощущал как чудо. Причем это детское ощущение вовсе не притупилось за мою долгую жизнь. Там же в Рыбинске он оказывается и на настоящей сцене, играя в некоторых постановках небольшие совершенно роли. В 1922 году семья переехала в Петроград, где Аркадий учится в одной из старейших школ Петрограда, школе номер 206. В Петрограде мы поселились на Троицкой, на этой тихой, неширокой улице, позднее переименованной в улицу Рубинштейна. Лишь 2-3 здания начала 19 века относятся к памятникам архитектуры. В нашу бытность, правда, стоял еще прелестный деревянный домик екатерининской поры, но до ныне он не сохранился. Преобладают же там здания довольно-таки скучные. Во вкусе той эпохи, когда смешение стилей стали почитать образцом красоты и когда окончательно нарушился общий план Петербурга времен Растрелли и Росси. План, придававший ему тот строгий, стройный вид, которым восхищался Пушкин. Были, конечно, улицы более благородные и более славные, нежели Троицкая, но это не бросалось мне в глаза не только потому, что я еще не умел как следует видеть. Местоположение Троицкой, весьма оживляющее ее, позволяло чувствовать себя патриотом всего района, а не только улицы. Она упирается в Невский проспект, другим концом выходит к пяти углам и параллельно набережной Фонтанке, куда можно свернуть переулком или же проходным двором так называемого Толстовского дома, замечательного своими массивными чугунными воротами, по решетке которых так здорово было карабкаться, играя в матросов революционного крейсера. В 1935 году Аркадий оканчивает Ленинградский техникум сценических искусств, это ныне Российский государственный институт сценических искусств. Вот как он вспоминает о поступлении туда. Так получилось, что я поступил именно к Козинцеву и Траубергу. Козинцев и Трауберг тогда еще довольно молодые режиссеры, может, чуть старше аспирантов этого института, но уже именитые и становящиеся постепенно мэтрами отечественного кино. Итак, Козинцев и Трауберг. Хотя, в отличие от многих жаждущих стать актерами, в кино не стремился. Дело в том, что набор на театральное отделение был ограничен, а я опоздал вовремя сдать документы в приемную комиссию и потому был автоматически отнесен к разряду поступающих на киноотделение. Это меня огорчило, поскольку я успел вбить себе в голову, что должен учиться непременно у Владимира Николаевича Соловьева, который как раз набирал параллельный курс. Еще не будучи знаком с ним лично, я, тем не менее, уже был наслышан о его педагогическом и режиссерском мастерстве. Да и не мудрено. Из всех институтских педагогов и режиссеров студенческая молва выделяла два наиболее популярные, наиболее колоритные фигуры. Две наиболее колоритные фигуры – Соловьев и Сергея Эрнестовича Радлова. К тому же меня привлекало то обстоятельство, что Соловьев был сподвижником Мейерхольда, а спектаклями Мейерхольда я восхищался еще в 1925 году, когда 14-летним впервые увидел «Лес» на гастролях «Гостима» в Ленинграде. Ну да что поделаешь, пришлось утешаться мыслью, что стать студентом киноотделения актерского факультета само по себе великая честь. Наступил первый день занятий, прихожу на Маховую, физиономия торжественная до глупости, в душе праздник, ничто, казалось бы, не может его омрачить. И вдруг объявляют, что занятия сегодня отменяются по причине отсутствия Козинцева и Трауберга. Прихожу на следующий день, то же самое.
Когда же наши мастера прибудут? Неизвестно. А где же они? Тоже неизвестно. Известно только, что у них вообще плохо со временем. То ли завершают работу над новым фильмом, то ли наоборот уже приступили к следующему, а скорее всего и то, и другое. Потому что такие талантливые люди, как Козинцев и Трауберг, в простое практически не бывают. И действительно, на протяжении 2 месяцев Трауберг и Козинцев не появляются на факультете, при том, что у Соловьева работа кипит вовсю, и, конечно, Аркадий страшно разочарован этим фактом. Уже потом, когда он подружится и с Траубергом, и особенно с Козинцевым, они будут близкими друзьями, он будет напоминать им об этом, говорить, что где же вы тогда были, когда я так хотел у вас учиться. Они будут пытаться вспомнить, но так и не смогут вспомнить, что же их, собственно, отвлекло в тот момент от обучения, от преподавания в институте. Аркадий Райкин заново сдает экзамены. То есть он не переводится на факультет к Соловьеву, это было невозможно, он вынужден заново сдавать экзамен, он идет на это, сдает экзамены второй раз и попадает уже на этот раз к Соловьеву. Владимир Николаевич был влюблен в итальянскую народную комедию. Он внушал нам, что маски комедии дель'арте не умерли, не исчезли бесследно, а растворились в крови театра, что их отголоски заметны в типичных для театра новейшего времени амплуа, а также, что ни один хороший актер не обходится без импровизации. Тот актер, который не способен импровизировать, плохой, мертвый актер. Если ты не импровизируешь в роли, которую играешь 10-й раз, значит, ты не растешь. Ну и действительно, конечно, Соловьев дал Аркадию Райкину колоссально много. Основу, базис своего актерского и таланта конферанса и таланта актера, конечно же, Аркадий Райкин вынес именно из этих занятий с Соловьевым. Тогда же, на последних курсах университета, произошло еще одно ключевое событие в жизни Аркадия Райкина. Как-то раз, он вспоминает об этом еще со школьных времен, как это произошло. Как-то раз нашу школьную самодеятельность пригласили на гастроли в соседнюю 41-ю школу. Мы часто выступали в той школе с концертами, но именно этот концерт я запомнил навсегда. Объявляют мой номер, выхожу на сцену, выступаю и вдруг обращаю внимание на девочку-старшеклассницу, сидящую довольно далеко, в ряду 15-м. На девочке был красного цвета берет, примечательный не только яркостью своей окраски, но еще и тем, что вместо короткого хвостика, приличествуя беретом, в нем было проделано отверстие, а сквозь это отверстие пропущена прядь из сине-черных волос. Я еще не знал, что девочку зовут Рома. Года полтора спустя я увидел ее на Невском, узнал ее мгновенно. Она шла мимо меня, шла так, как будто бы все должны были уступать ей дорогу. Мне захотелось заговорить с ней, но я не решился. Между прочим, я был не из робкого десятка, но заговорить на улице с незнакомой девушкой, с девушкой, которой ты не был представлен, как можно. Наверное, у нынешней молодежи, у тех, кому сейчас, как нам, в ту пору, 17-18, это может вызвать лишь снисходительную улыбку. Сейчас молодежь куда более раскованна. Прошло еще 3 года, я уже учился на последнем курсе института. Однажды прихожу в нашу студенческую столовую, становлюсь в очередь, кто-то становится за мной. Вначале я и не замечаю, кто это, но вдруг, словно почувствовал что-то, оборачиваюсь, за мной стоит она. Она заговорила первой, и этот разговор я помню слово в слово. Она: «Как хорошо, что вы тоже учитесь здесь». Я после паузы: «Что вы делаете сегодня вечером?» Она: «Ничего». Я: «Пойдемте в кино». Она: «Пойдемте». В тот же вечер мы встретились у кинотеатра «Гранд Палас». Что мы смотрели, Бог его знает. Я все время смотрел на нее. Как только начался сеанс, я наклонился к ней и прошептал: «Выходите за меня замуж». Она не удивилась. Она не сказала мне, что я сумасшедший. Я ведь могла бы, честное слово, имела полное право. Она сказала очень просто: «Я подумаю». Через несколько дней Рома ответил на мое предложение согласием. Главная, единственная любовь Аркадия Райкина, с которой он проживет вместе столько лет, родит ему сначала дочь Екатерину Райкину, а затем и сына, актера Константина Райкина. В 1939 году Райкин заканчивает университет и принят в труппу Ленинградского театра эстрады и миниатюры, тот, который сейчас театр эстрады имени Аркадия Райкина, и выступает с эстрадными номерами, осваивает жанр конферанса, и спустя
три года становится руководителем этого театра. О мастерстве конферанса Райкин пишет так. «Однажды в ту пору пригласили меня в Дом печати». Это как раз вот времена, когда он вот первые три года он еще не руководитель Ленинградского театра эстрады, а только выступает в нем. «Однажды в ту пору пригласили меня в Дом печати на обычный сборный концерт. Почему-то администрация поскупилась на гонорар профессиональному конферансье, и объявлять артистов должен был кто-то из работников дома. Чуть ли не бухгалтер или кто-то еще. За кулисами рядом со мной стоял артист Михаил Шифман. «Что вы будете делать?» спрашивает его конферансье. «Я буду читать палату номер 6 Чехова». «Как вас объявить?» «Объявите меня заслуженный артист республики, лауреат конкурса чтецов Михаил Шифман». Через какое-то время наш конферансье снова обращается к Шифману. «Простите, какое у вас звание? Деятель? Как сказать? Скажите, что я заслуженный артист республики. Впрочем, знаете что? Просто объявите. Палата номер 6 Чехов. Читает Михаил Шифман». Проходит несколько минут, и он опять с вопросом. «Простите, какая палата? Какой номер?» «Знаете что? Не надо объявлять. Я сам скажу. Просто назовите мою фамилию. Михаил Шифман». И вдруг мы слышим. Выступает Антон Шварц. Артисты за кулисами буквально стонали от смеха. «Поверьте, я не придумал ни одного слова. Так оно и было. Я убежден, что конферанс – это искусство. Сегодня оно в упадке. Его критерии во многом утеряны. Мы так привыкли к безликому ведению концерта, что часто не видим, а только слышим ведущего. Современные ведущие механически объявляют номера, боятся установить какой бы то ни было контакт с публикой. Они просто докладывают фамилии выступающих артистов. Судьба конферанса связана с социальными процессами. Если текст должен быть отредактирован и утвержден в целом ряде инстанций, какой уж там конферанс?» Да, это вот как раз вот к той импровизации, о котором он еще... Да, о котором говорил Соловьев, и которую очень усвоил очень хорошо Аркадий Райкин. Без импровизации, как он считал, конферанс вообще невозможен. Во время войны Аркадий Райкин, уже будучи руководителем Ленинградского театра эстрады миниатюры, дает концерты на фронте, будет награжден орденом Отечественной войны второй степени и медалью за оборону Кавказа. Осенью 1941 года в блокадном Ленинграде умер Владимир Николаевич Соловьев. Во время очередной воздушной тревоги он выбежал со всеми жильцами из дома, но по дороге в бомбоубежище вдруг остановился и с криком «Книги, мои книги!» побежал обратно. На лестничной клетке схватился за сердце и упал. Это была легкая смерть. Были артисты, сражавшиеся с оружием в руках, в том числе артисты страны. Например, Владимир Плисецкий, ставший разведчиком и погибший при исполнении задания. Или Александра Перегонец, чья сценическая карьера начиналась в театрах миниатюры. Героиня крымского подполья, она погибла в застенках гестапо. Большинство же артистов становились участниками фронтовых театрально-концертных бригад. Многие из них не дожили до победы. Кого настигла бомба, как вахтанговца Василия Кузу, кого шальной осколок, как нашего Константина Гипшмана. Кто умер, не вынося тягот блокады, как Алексей Матов и Нестор Сурин. Среди 3800 театрально-концертных и цирковых бригад, обслуживших части советской армии на фронтах Великой Отечественной войны, была и наша. В годы войны мы выступали в республиках Средней Азии и в Сибири перед тружениками тыла, на Дальнем Востоке перед моряками Тихоокеанской и Дальневосточной флотилии, на Балтике и на Каспии, на Белом море, а также на Центральном Северокавказском фронтах. Главным образом мы обслуживали флот. Да, мы не ходили в атаку и в разведку, не стреляли из винтовок и орудий, не пускали под откос поезда, не ремонтировали танки в студенных цехах. И тем не менее, работа, которую мы делали, была важна. Мы проехали десятки тысяч километров, выступали на кораблях и батареях, на заводах и полевых станах, в землянках и госпиталях. Не раз попадали под бомбежки и артобстрелы. Однажды ночью даже залетели на самолете в тыл к противнику. Это было в 1944 году в Латвии. Самолет сбился с курса, и нас обстреляли из зенитных орудий. Бывало, продрогшие и промокшие в непогоду, попав наконец на место, мы сразу же начинали выступление. Ведь нас ждали бойцы, получившие для отдыха такое короткое и драгоценное время. Как они ждали нас, как встречали. Под Новороссийском, где мы в 1943 году пробыли 6 месяцев, мы жили вместе с моряками. Бывало, придешь после концерта поздно вечером, снимешь обувь у входа в землянку, чтобы не разбудить моряков, а они тоже на цыпочках уходили на рассвете, стараясь не потревожить нас.
Нередко случалось так, что утром моряк уходил, а днем, выступая в госпитале, встречаешь его раненого. Бывало, нам приходилось работать почти круглые сутки, приходилось мерзнуть и голодать. Впрочем, все это было в порядке вещей. И вот одно интересное воспоминание о смехе на войне. 25 июля 1941 года я выступал с монологом «Черта», придуманным, написанным и подготовленным за 3 дня. В рекордный для меня срок. «Черт» — это Гитлер. Зрители мгновенно узнавали бесноватого фюрера. Смеялись. Люди смеются по-разному. Одна и та же реприза, в зависимости от обстоятельств, может рождать бесчисленное множество оттенков смеха. Все артисты это прекрасно знают. Знал и я. Но тот смех был совершенно особый. Раньше я никогда такого не слышал. Хотел сказать, то был смех военного времени, но это не точно. Хотя бы потому, что в начале войны смеялись иначе, чем в конце. На передовой иначе, чем в тылу. После успешного выполнения боевого задания иначе, чем в период отступления. И все-таки было нечто общее в том, как тогда смеялись наши зрители. Смех таил в себе и тревогу, и горечь разлук и потерь, и невозможность осознать эти разлуки и потери до конца, смириться с ними. Еще он таил в себе ненависть, праведную ненависть к врагу. И еще что-то еще, вечное, непобедимое. Нет, словами не передать. Все слова покажутся здесь стертыми. Мы сохраняли в нашем репертуаре некоторые номера из довоенных программ. Так, несколько изменив текст монолога «Невский проспект», я читал его теперь с гневом и болью, и он звучал как гимн осажденному городу. Навсегда осталось в моей памяти, как слушали этот монолог ленинградские дети в Гавриловой яме. После войны Аркадий Райкин продолжает работу в театре эстрады «Миниатюр». Снимается активно снимается в 50-е годы, вот он начинается снимать. Снимался-то он еще и в 30-е, но это были совсем маленькие в основном роли, а в 50-е уже как-то все больше и больше картин становится в его репертуаре. После войны мы остались практически единственным в стране сатирическим театром. Казалось, и нас закроют. Рецензии, которые появлялись в газетах одна за другой и были одна на другую похожи, давали все основания для мрачных предчувствий. Особенно усердствовал фельетонист Давид Заславский. Уж как он нас обличал. Но Аркадию Райкину повезло, его не закрывают, и репрессии обходят его стороной. Тогда же, в 1950 году, в семье Ромы и Аркадия происходит еще одно важное и очень радостное событие. Появляется сын, которого называют Константином. В одном из интервью Константин Аркадьевич Райкин так отвечает на вопрос о воспитании, которое было в его семье. Интервьюер спрашивает: «Я недавно прочла воспоминания вашей сестры. Она пишет, что Аркадий Исаакович не знал, в каком классе и как учатся его дети. Насколько он был погружен в вашу жизнь, а вы допущены в его мир?» Вот Константин Аркадьевич вспоминает. «Мама действительно была очень занята отцом. Но не в классах и оценках дела. Не они определяют взаимоотношения. Качество родителей определяется атмосферой в семье и способом воспитания, который к детям применяется. Мои родители воспитывали собой. Не словом и указательным пальцем, а существованием, сутью поведения. И что, на ваш взрослый, уже отцовский взгляд, главное из того воспитания?» спрашивает интервьюер. «Дома проповедовалась скромность и равнодушие к славе, незамечание ее. Помню, когда я был еще ребенком, папа мне рассказывал про одного замечательного артиста. Я спросил, а кто знаменитее, он или ты? Папа в раз прервал рассказ, а до того был очень увлечен, и резко сказал, никогда больше таких вопросов не задавай. Я понял тогда, что подобные вопросы – пошлость. Есть вещи более важные, чем популярность и узнаваемость. Они – легенда, которая не забывается после ухода. Вообще в нашей семье не было принято говорить о популярности и внешних проявлениях успеха. Папа отлично знал историю театра, а вдохновение черпал именно из драматического театра и симфонической музыки, не из эстрады. Он всегда был кем-то восхищен, это очень важно. Мне передалась способность восхищаться талантом другого. И не завидуя, тянуться, заражаться. Вообще, мне кажется, если правильно избрана профессия, то она должна делать человека лучше. Если человек вдохновляется от чужих неудач, значит, он идет не по правильной дороге. Во всяком случае, в творчестве. Но об Константине Аркадьевиче Райкине мы поговорим с вами в следующую среду. А вот разговоры об его отце я хотел бы закончить одним воспоминанием.
воспоминаниям, касающимся вот той страшной стороны тех лет. Среди ночи меня будет телефонный звонок. Включая свет, смотрю на часы 5. По телефону короткий приказ. Быстро одевайтесь, едем в Кремль. На том конце провода сразу положили трубку. Я решаю, что меня кто-то разыгрывает. Не иначе, как Никита Богословский. Большой мастер на такие шутки. Но мало ли что. Иду снова к дежурной и прошу у нее телефонную книгу. Бумажка с номером телефона дежурного комитета по делам искусств куда-то подевалась. Возвращаюсь. Снова звонок. Нетерпеливый голос. «Ну где же вы? А кто это? Из комитета по делам искусства. Жду вас внизу в машине». Тут уж я хватаю свой чемоданчик и в два счета оказываюсь внизу у гостиничного подъезда. В машине, кроме чиновника, обнаруживаю еще и Наталью Шпиллер. Не говоря ни слова, через 2 минуты мы въезжаем на территорию Кремля. Все время беспокоюсь только об одном. Где бы раздобыть стакан чая? Голос у меня, как известно, без металла, глуховатый. А тут со сна и вовсе сел. По пути к Георгиевскому залу обращаюсь к одному полковнику, к другому, с просьбой достать мне чая. Это была своего рода психотерапия, чтобы не подумать о предстоящем выступлении. В центре Георгиевского зала стоят 4 стола. За ними сидят, как я потом подсчитал, 60 человек по числу лет Сталина. Нас встречает Храпченко, председатель комитета по делам искусств. Он-то и дал распоряжение привести меня на этот второй, уже незапланированный концерт. Да, на первый Райкина не пригласили, а вот на такой второй, да, так, дружеский, семейный, его срочно вызывают. Храпченко берет стул, на который я, войдя в зал, положил свои носы и прочие аксессуары. Ставлю его прямо перед столом Сталина, примерно в 2 метрах от него. То есть выступать я должен не на эстраде, которая в конце зала, а прямо на паркете возле центрального стола. Я смотрю на всех и продолжаю думать о чае. На столах, однако, все что угодно, кроме чая. Но надо начинать. Читаю Мишку. Быстрые изменения внешности. И появляется первый персонаж. Докладчик, пользующийся набивающим оскомину штампами. Сталин, по-видимому, решил, что на этом мое выступление закончилось. Он наливает в фужер вина, выходит из-за стола, делает 2 шага в мою сторону и подает мне фужер. Пригубив, я ставлю бокал и продолжаю номер. В моем «Человеке с авоськой» присутствующие усматривают сходство с Дмитрием Захаровичем Мануильским. Это вызвало оживление. Сталин у кого-то спрашивает, что это у моего персонажа за сетка. Ему объясняют – для продуктов. Я заканчиваю. Сталин усаживает меня перед собой. До 8, то есть около 3 часов, я сижу напротив него. По одну сторону от него Молотов, по другую – Микоян и Каганович. Помню, Сталин вынимает из кармана, по-видимому, давно служившие ему стальные часы. Это знак, что пора уходить. На что Микоян, он со Сталином на «ты», говорит: «Сегодня ты не имеешь никакого права. Мы празднуем здесь твой день рождения. Мы решаем». Ворошилов провозглашает тост за великого Сталина. Сталин никак не реагирует, словно его это не касается. Следующий тост произносит сам. «За талантливых артистов. Вот вроде вас». Потом опять выступление. Поет Козловский, а Молотов, к моему удивлению, очень музыкально ему подпевает. К Сталину подходит его секретарь Поскребышев и что-то шепчет ему на ухо. Потом чмокнул в щеку. Сталин смотрит на него и произносит: «Не вытекает». Как я понял, поцелуй не вытекает из вышесказанного, и Поскребышев испаряется. В секунду его не стало. Это производит на меня прямо-таки мистическое впечатление. Пора расходиться. Вдруг рядом со Сталиным возникает Хрущев. Когда они выходят из зала, он обнимает Сталина за талию. Вспоминая ту ночь, точнее раннее утро, я не могу сказать, что все увиденное не произвело на меня сильного впечатления. Хотя, как и многие, сегодня я вижу события 50-летней давности совсем в ином свете. Позднее я несколько раз видел Сталина в ложе на правительственных концертах, где мне доводилось участвовать. Однажды меня привезли к нему на дачу для выступления. Он ждал гостей, был в том же костюме, что и на дне рождения, китель, сапожки, галифе. Я читал басенки в прозе, показывал финского генерала «Около-куоколо», заводил патефон и разговаривал с ним. Летом 1942 года наш театр вернулся в Москву из поездки по Дальнему Востоку. Нас попросили выступить для воинских частей, охраняющих Кремль. После некоторого колебания я послал Сталину записку с приглашением посмотреть наш спектакль. Обещал, что он увидит и смешное, и серьезное. На следующий день мне принесли ответ в розовом конверте. В нем лежала моя записка. Поверх ее от руки было написано: «Многоуважаемый Тов Райкин,
Благодарю вас за приглашение. К сожалению, не могу быть на спектакле. Очень занят. И Сталин. Вспоминая прошлое, я, конечно, не беру на себя смелость оценивать одну из самых сложных и темных фигур нашей истории. Политика кнута и пряника, страха и личной преданности составляла основу его взаимоотношений с теми винтиками, которыми мы тогда были. Полное понимание этого пришло ко мне чуть позже, в послевоенные годы, когда началась новая волна репрессий. В Ленинграде она была, кажется, особенно сильной и вместе с другими вполне могла унести и меня. Я отдавал себе в этом ясный отчет. Акимов, в конце 40-х годов он оформлял и ставил у нас спектакли, не раз говорил мне в свойственной ему иронической манере: «Неужели, Аркадий, мы с тобой такое дерьмо, что нас до сих пор не посадили?» Нам с Акимовым повезло. Страшная участь нас миновала, но система, насажденная Сталиным, продолжала действовать и после его смерти. Продолжали действовать и воспитанные ею люди. Им удавалось доставать меня разными способами. На постоянную борьбу с ними уходили здоровье и силы. В следующий раз, в среду, мы с вами уже поговорим о Константине Аркадьевиче Райкине. Жду вас на канале Дома Гоголя. Всего доброго. Ну а фильмы с Аркадием Райкиным вы сможете посмотреть по ссылкам к этому видео. Камера, мотор!